ни на протезе, ни на костылях я не пройду через эту калятку. На машине? Никак. У меня мне просто нет доступа. Мне просто запретили здесь ставить машину. Но не дают пульт от ворот, соответственно, я не могу ни въехать, ни зайти. То есть при каждом, например, моем действии, куда мне надо поехать, протезный центр, в больницу, поликлинику, начинается просто проблема. Хотя они говорят, что не проблема, мы тебя открываем. Ко мне приезжала скорая помощь, и когда я звонил старшему по подъезду, телефон мой не просто игнорировал, не брали. Когда я дал телефон тем же фельдшерам, они со своего мобильного позвонили, им открыли ворота, соответственно, меня загрузили в скорую, увезли. То есть, не окажившись быть рядом людей, то есть меня просто игнорируют. То есть физически вы здесь проехать не можете на коляске? Я не могу ни на коляске, ни пройти, ни на костылях, никак. Жильцы номер 20, дома 24 по Григорию, которые самовольно захватили территорию общественную, ну, то есть муниципальную территорию, вот где стоят машины, она принадлежит территории муниципальному, городу. То есть она не является их собственностью. Их собственностью является территория, где стоят их ворота. Но когда прокуратуре я говорил по поводу проезда, они говорили, соглашались со мной, но в итоге никаких действий не было произведено. Я не знаю, с чем это связано, хотя я прокуратура приходила в четверг ко мне, зам города, зам прокуратуры Волжского района, и говорили, не против, если мы подадим на вас, ну, от вашего имени в суд. На что я ответил, что это надо было сделать еще позавчера. Но, как видите, они обещали в понедельник никаких действий произведено не было. Они сегодня позвонили и сказали, что можно мы приедем, снимем видеорепортаж. На что я ответил, пожалуйста, приезжайте, снимайте. Но только я не понял, по какому поводу. Вместо того, чтобы заниматься, например, моими проблемами, по поводу чего репортаж, я не знаю. А с кем репортаж? Со мной? Нет. С телеканалом «Саратов-24», по-моему. Они хотят сделать какую-то огласку. Зачем и для чего, я понятия не имею. Администрация как реагирует? Никак. Администрация занимается отписками очередными. Где парковочное место принадлежит администрации города. Угу. И ворота стоят незаконно, так же, как эта стена. То есть я обращался в архитектуру города Саратов, по Волжскому району, где были подняты документы с архивов, где не тот объект, законы не, ну, то есть они не оформлены. Угу. По поводу стены что говорят? Если ее убрать, это как-то спасет ситуацию? А как? Ну, если они сделают, например, съезд, например, уберут, например, и сделают мне рядом, например, паркующее место, только в этом случае. Но опять же, ну, вы представляете, там перепад с метра? И как это будет выглядеть, и на какие средства это все будет делаться, большой-большой вопрос. Там еще газовая труба рядом. Совершенно верно. То есть скорая помощь там тоже не проедет. Да, вот там комната, например, да, гостиная, типа там туалет, ванна, все. Больше ни одного входа, выхода у меня нет. И как люди, например, пишут, что у меня 3 входа, свой палисадник и так далее, а потом, ну, я не знаю, где они нашли это. Хотя пишут, я так понял, люди, которые живущие здесь, и, ну... Мне скрывать нечего, вот вы видите, все прекрасно, да, что у меня никаких входов, выходов нет. Я же не ущемлен человек, мне 50 лет, 51. То есть я хочу жить сегодня, сейчас. А не как, например, я в марте месяце первое письмо в конце марта написал прокуратуру, да, время сколько прошло, и до сих пор никакого ответа нет. Ну, извините, но хочется жить. И я прошу просто дать мне место под парковку, оборудованную инвалидом, чтобы это место никто не занимал, и дать мне доступ к этому месту, например, да, то есть пульт от ворот. Я не прошу подарить мне машину-автомат, да? Я не прошу там какие-то благи. Я прошу элементарно, просто просьбу, да? Ну, как крик души, да? Просто парковочное место для того, чтобы я мог дальше, ну, не существовать, а жить.